Лимон, с Фантон Лимон. Сегодня распаковочка нового БМ. Сейчас самая дичь. Знаете почему? Во-первых, объясняю сразу же. Бэй, сумма 50 гривен. Бэй за 50 гривен. Он здесь. Я заказал один волчок. Я не знаю, все будет ли в порядке с этим волчком. Тот ли этот волчок. Я начинаю открывать. Так, вижу Бейблейд. Готип. И... Да! 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 Это он! Тактлуйнар! Тактлуйнар! Ребята, Тактлуйнар от компании Flame. Для меня, честно скажу, кто говорит, что это он похож на Саламанду, я с вами немного согласен. Потому что, правда, Соу, и правда, он похож по когтям и по форме, как Саламандра. Так что я, может быть, иногда буду называть Саламандра. Не обижайтесь. Так, пишет так. Ну, у меня будет для меня новый это драйвер. Вот так. С основания чип уже у меня есть такой. А сейчас самое... Второй сюрприз. Будет ли у меня рамка? Какая рамка там? Кто не знает, в такте Луйнере выходит, там выпускается разный диск и разная рамка. Так, давайте сначала с лаунчера. Так, лаунчер вижу уже я. Мне не нравится, что коробка такая грязная. Лаунчер вот такой. Это неплохо, хочу вам сказать. Так, сейчас. Опа, а это что такое? Красс? Ого, ребята, у меня руки все в краске. Что за... Ладно. По-моему, пока работает нормально. Теперь смотрим на бейсам. Я не смотрю пока. Вы видите? Ребята, все родное! Рама и двина... Я не верю. Я не верю. Да тебя пущу камеру. Так, подожди, дайте мне успокоиться. Ладно. Так, давайте разберемся. Давайте начнем с диска. Ну, он такой себе. А, кстати, подожди, по-моему, это диск нормальный, то есть. Он такой, знаете, он такой чувствуется, он как будто в масле был. Правда скажу. Рамка от Арнайта. Ребят, я не верю. Рама Айрнайта. Я эту раму, вы бы знали, сколько мечтал. Очень долго мечтал об этой рамке. Я не верю. Ладно. Такт. Основание такт. Кто знает смысл такт, тот знает. Ну, в чем фишка такта? Он то, что ставишь диск, и, например, вот все, крылья заблокированы. Эти двигаются, этот заблокирован. Все. И тут можно любой ставить. И многие ставят с чип-джен, я видел, кстати. Чтобы калашки просто как бы двигались. Если вы слышите, будете слышать мою кошку, извините. У нее такие дни. Чип Луйнара очень классный. Подожди. О, господи, я забыл про наклейки. Чип Луйнара, блин, он такой красивый. Давайте соберем. Опа. 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 Блин, такт Луйнар. Ребят, спустя год, как он вышел, у меня он есть. А, давайте драйвер посмотрим. Он... Спасибо, Флейм. Ну, смотрите просто, ребят. То есть тип не меняется. Будет он все равно вести себя как атака. Ладно. Опа. Идеально, просто... Ой, извините, ребята, блин, сорян. Ребят, идеальный, просто идеальный такт Луйна от Flame за 50 гривен. Ну, это достойно, ребят. Щелчки. Ну, слышите, такое себе, но... Мне нравится, я рад, что у меня есть такт Луйна. Или такт Саламандра, я не знаю, как его называть.
Ну, короче, я сейчас ставлю Алену. Я возвращаюсь, и будем тестировать такт Луйнера. Ну, вот я уже на арене, подготовил ему соперников. У него соперники будут очень мощные. Давайте первый запуск проведем. Неплохо, хочу сказать, неплохо. Это какой был тип? Высокий? Давайте низкий сделаем. Будет ли смысл? Ну, неплохой. Так скажу, бей неплохой. Давайте тестировать его. Давайте первый будет Свайн Лонгинус. Кстати, Битва Флейм. Я пока так спасаю, потому что я не могу по-другому сейчас. Всё? Стоп. Серьёзно? Всё? Не понял. Давайте ещё раз. Всё, теперь я понял. Нормальненько. Стоп, давайте все-таки я попробую сейчас сделать выше. Сейчас, секундочку. Опа-на. Во, сделал. Во, идеально будет. Во, вот так будет идеально. Такт одолел Цвайна. Один балл у него есть. Вот так-то. Следующий противник, я хотел попробовать против рандом бустеров, Гидра 7 Этернал. Пойзен Гидра 7 Этернал. Все-таки Гидра сильнее. Кстати, будет еще отдельное видео, потому что этот бой будет модернизирован. Я уже знаю, как я его модернизирую. Кстати, у меня тут есть один бой. Космо. Основание космо, ну, то есть космо, но чип. Чип другой. Я немножко модернизирую. Так, я не увидел, кто сейчас выиграл. Так что давайте перезапуск. Стоп, не. Блин, лаунч очень мне нравится, он очень удобный. Здесь он продержится у меня хотя бы недельку. Ой, извиняюсь. Уже неудобно немножко пускать из-за камеры. Давай. Победа за Гидрой. Так, проиграл. 1-1. Ace Dragon. Golden Ace Dragon. Я не понял. А подождите, а я тут заметил, что тут еще икла есть. То есть вот тут еще со стороны есть два атакующих кла. Блин, прикольно. Слушай, он даже на Экскалипсу как-то похож. Не знаю почему. Нет, давайте все-таки я сейчас верну. Это не считался батл, потому что... Ну ладно, 1-0. Да, я имею в виду залу. Так, победа за... Такт. 1-1. Решающий раунд. Так, давай! Давай, такт! Такт, выиграй, такт! Так-то проиграл. Ладно. Тогда следующий противник. Это тоже, кстати, бой из рандом бустера. Был недавно обзор. Это Визард Бахамут. Да, кстати, они из одного рандом бустера Б... Б-151. Ну что, давайте, погнали. Кстати, два левосторонних. Победа за тактом. Все-таки. В этом раунде
себе дезертар. Там, кстати, скоро будет проект Longinus. Я готовлю вам проект Longinus. Что за проект? Узнаете, скоро будет на канале. 2-1, 2-2. Сейчас счет 2-2. Юнион Ахиллес. Без накладок, потому что накладки у меня сломаны, кто знает. Но я хочу себе купить верхушку такая Томасского. Ахиллес выиграл. Давайте-ка поставим его режим. Давайте режим атаки поставим Ахиллесу. Посмотрим, ли выдержит ли так атаку Ахиллеса. Я сказал, что выдержит ли атаку так. А надо было говорить, выдержит ли атаку. Ахиллес выдержит же от своей же атаки. Что я сейчас ляпну, не знаю. Слэш Валькирия. Я хотел сказать, не вылетай, но нет. Была ничья. Это была ничья, они оба вылетели. Наклейки я покажу в следующем видео, как они на нем выглядят. Сейчас не хочу ставить их. Так вот. Кто там следующий? Слэш. Еще раз. Выкинул. Так ты его выкинул. Слушайте, так Луна очень классно. Я говорю, я вам еще раз повторяю. Будет скоро видосик, как модернизирую его. Если на этом ролике набирается 4 лайка, я снимаю обзор об модернизации. Слэш победил. Какой счет? Значит, победа за ними. Сейчас счет 3-3. Победа, теперь сейчас битва. Рандом бустер. Flyer Dragon. Ой, подождите, я забыл. Так. Ой. Ух ты ж, ё-моё. Я так сейчас успокоился за это, что он сейчас ломается. Потому что Flyer, вы не знаете, сколько он мощный. Flyer? Это танк. Это просто стена. Так, это настоящая стена. Его сложно взорвать, сложно выбить. Нет. Ну, а если противник, получается, у него выбить, то он вылетает тоже. Я шо вам говорю? Я говорю, что Flyer Dragon сложно взорвать. Если сейчас будет опять ничья, то все, это ничья. Потому что два раза ничья, это странно, ребят. Сейчас кто-то должен выиграть один. И это, наверное, будет Flyer. Сейчас возьму его тоже бои. Интересненько. Оба ускоряется и нет. Он не ускорил, не ускорился, а проиграл. Ну что? Пегас? Может, Пегас говорят, что это один из слабых боев. Грачи, потому что Супер Зет, Спаркинг показывает, как они взрывают его. Все-таки, наверное, будет победа за Пегаса. Да, Пегас выиграл. Я в шоке. Давай. Все-таки победа за Хевином. Сейчас счет 5-3 проигрывает такт. Прайм Апокалипс. Thank you.
Ничья. Это был взрыв. Все, не выиграет их. Если он сейчас победит этих двух соперников, он все равно не сможет, потому что счет 6-3. Джокер. Ну да, Джокер это слишком уже. Мощность. Джокер это сила. А, повезло за Джокера. Сейчас кто победит, интересно. Победа за Джокера. Да? Да, да, выиграл победа. Ладно. Может, вам стало интересно, что это за Космо? Это модернизированный чип Космо. И это теперь у нас не Космо Валькирия, а Космо Рагнарёк. Да. И это чип кастом типа Рагнарёка. Если вы хотите, я могу снять... я еще хочу поставить какую-то прикольную рамку. Я даже, наверное, уже знаю, какую. И теперь у меня теперь Космо... Космо Рагнарёк. Вот так вот. Ну что, давайте. Космо Рагнарёк против такт Лонгина. СБ. Фляем. И оба рандом бустеры. Угу. Давайте попробуем поменять режим. Хотя ничего не, не даст этот режим. Победа за Рагнарёком. Ну что, ребят, вот такой у нас был прикольный такт Луина. Он хоть и сегодня поиграл, но я доволен, что у меня он есть. И по такой хорошей цене. Ссылочка останется в описании на этот магазин, кто живет в Киеве, в Украине. Они мне доставили вчера, отправили, сегодня уже приехал. То есть они отправили, то есть они, если вы вечером успеваете до 7, по-моему, нет, до 6, да, по-моему, до 6, вот до 7 говорите, то они, возможно, вам отправят же в этот же день. Ну, я не уверен. Ну, короче, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон Лимон. Так, Луна за 50 гривен. Всем удачи, всем пока.